Друзі, доброго дня. Всім добрішого дня. Трошки хочу поспілкуватися з вами, сказати деякі важливі речі. Хотів трошки пізніше це сказати. Буду говорити другим на другому язикі, щоб мені більше людей понимала, и свинособак тоже меня, и чтобы свинособаки меня тоже понимали. Да, да, я оскорбляю тех, кого я не уважаю. Много вопросов по поводу того, что я предатель своей церкви и своей веры и Господа Бога. Меня не интересуют эти вопросы, но многие люди просят меня о том, чтобы я сказал слово. Я остаюсь и продолжаю быть верным Украинской Православной Церкви и настоятелю нашей церкви, митрополиту Ануфрию. И еще я хочу сказать, что я хочу, чтобы наша Украинская Православная Церковь очистилась от тех негодяев, которые в ней есть. Это не батюшки. Это те люди, которые приехали работать по наставлению врага Российской Федерации. Российская Федерация – это враг Украины. Да, да, вы хорошо меня слышите и вы видите меня. Это враг, который хочет убить всех людей в мире. Ну, посмотрите, если на их каналах говорят, что мы ударим по Франции, что мы ударим по Польше, что мы ударим по Британии. То есть, они всячески запугивают народ, всячески запугивая народ, говорят о том, что они попадут в рай. Восьмая заповедь, не убей. И нет никакой священной войны. Или очищение какого-то. Есть война, ту, которую вы развязали 24 февраля 2002 года. Напали на Украину, якобы защищая каких-то русских, которые не хотят вашей защиты. Также вы напали на Чехословакию много лет назад. Также вы приехали еще в другие города, в Грузию. И вы везде приезжаете с защитой. Но только вы своих русских не защищаете в самой России. Не защищаете их. Никак не защищаете. Вы боретесь с фашизмом, с нацизмом, которого нет. Вы Третий Рейх во всем его проявлении. Вот то, что не сделал Гитлер, то продолжает ваш президент делать. Представляете? Да. Я еще хочу сказать, что все те люди, которые подписаны на меня и пишут мне всякое дерьмо, что какой я предатель, что Америка мне дала деньги там и все остальное, вы можете так продолжать думать, потому что по-вашему это есть правда. Это действительно правда. Только это ваша правда, которую вы говорите. Или которую вы хотите знать. Вы в этой правде живете. И будете продолжать жить какое-то время. Мы продолжаем наш прямой эфир, потому что чуть-чуть мне любовь моя звонила. Не могу не взять трубку, когда мне звонит моя любовь. Тут вот я смотрю в комментариях, что люди некоторые гневятся. УПЦ, Украинская Православная Церковь, это та церковь, которая была не создана, а которая была покрещена еще князем Владимиром в 988 году. И к Москве, и к РПЦ она никакого отношения не имеет. Просто когда-то очень много лет назад нашу церковь просто поработила другая агрессивная страна, которая забрала церковь в наглую и решила, что они всех спасут, а мы все это, я не знаю, дьявол или еще кто-то. То есть они борются, я говорю за русских, они борются и за государство, которое сейчас говорит, что они все борются с миром, чтобы священная война, только они почему-то пришли
в чужую демократическую страну и убивают. Еще хочу вам сказать. Кто обещание давал защищать целостность Украины, когда отдавали ядерное оружие? Не выполнили обещания. Как с вами можно какие-то диалоги вести, если вы балаболы, если вы обманщики? Вы конкретные брехуны, которые врете всему миру врете и своему народу в первую очередь врете. И вы все живете в этой лжи. Вот вам нравится жить в этой лжи, вы и живите в этой лжи. Мы не хотим жить в лжи, мы хотим жить, развиваться. Мы хотим, чтобы наша экономика росла. Мы хотим жить, а не существовать, так как делаете вы. Всем добра. Флажки вот эти вы свои там присылаете, какие-то пишете мне комментарии, еще что-то говорите, какой я предатель. Недавно там какая-то дырявая дурочка говорила, что я талантливая шлюха. Да я не талантливый, вот вообще не талантливый. Весь мой талант заключается в том, что я херачу. С утра до вечера просто херачу. Встаю и херачу. Я не знаю, куда я дойду, я не знаю, куда я иду. Я просто это делаю, потому что я знаю, что если я буду делать, то у меня все получится. Не отнимать, не забирать, не грабить, а зарабатывать. Еще и делиться. Я наконец-то выскажусь. Я столько сидел и терпел, и думал, что этого не надо делать, что все вот надо промолчать, вот такое смирение. Да, у меня есть смирение, но только сейчас я высказался, потому что это правда. Вот то, что я сказал, это полная правда. Полнейшая правда. И вот те люди, которые мне пишут, и в частности граждане моей страны, что я там предал или я что-то молчу кого-то, я предал только вас, по вашим соображениям, но никого больше. Вот такие, друзья, дела. Так что валите в свой Аркастан, защищать никого не надо, мы сами себя защитим, сами выберем президента. Еще, конечно, хочу сказать, поддерживая президента, страну, свою армию и своих людей, это не значит продался. Это значит, что ты здравый человек, который любит свою страну, раз, поддерживает свой народ, два. Выбирая президента, мы голосуем. Мы по-настоящему голосуем. И мы выбираем, кто у нас будет президентом. Это три. Четвертое, нам не надо ваша помощь. А пятое, домой. К себе домой. В озера, в болота, еще куда-то. Я не знаю, куда вы хотите ехать. Вот едьте, куда вы хотите. Вот за моей спиной цвет нашей свободы и нашей силы. Это наш флаг, это флаг Украины, который верхняя часть это небо, а нижняя часть это хлеб. Вот мы живем с Богом, и мы не нападали. Вспомните, в каком году немцы Гитлер напал на Советский Союз и что с ним произошло? Вы то же самое сделали. Вы напали на чужую, на другую страну. Защитники херовы. До свидания, всем добра. Слава Богу за все, та слава Україні. Україна переможе. Вона вже перемагає. Не забудьте сохранить это видео, потому что его будут показывать по вашим гребаным каналам, там, где я сказал Варкастан, в Орду. Вот, в Орду. До свидания.